Трехлетняя девочка выпала из окна жилого дома с 5-го этажа. Ребенок залез на подоконник, оперся на москитную сетку. Та не выдержала, и малышка полетела вниз. Как сообщили в Следственном комитете, девочку воспитывает отец. Он ушел на работу и оставил ребенка 63-летней бабушкой. Когда женщина отошла в другую комнату, произошло падение. К счастью, ребенок остался жив. Деревья и кусты смягчили удар. Девочку увезли в больницу, приехавшие на место врачи скорой помощи. Мы тут сидели, ребятишки подбежали, говорит, там с 4-го этажа ребенок выпал. А какого это возраста? Говорит, мама вышла или бабушка? Говорит, полная. Мы тебе сколько говорим не подходить к окну? Ребенку говорила, да. Когда он упал уже. Ну, тебе сколько говорили не подходи к окну? Бабушка или мама там бестолковая дома, дома была, ребенок выпал. Ну вот благо, что не на асфальт еще, а то с 4-го на асфальт, ничего хорошего бы не было.